Всем привет, меня зовут Валерия, он говорит Чика и Чука. Кто не успел подписаться, поставить меня лайк. Ну, сделаем прямо сейчас и сегодня, конечно же, ребятки. Потому что сегодня я вас всех опять буду удивлять. Потому что, как видите, сегодня у меня гость на голове. Он подумал, что так кушевее ходит в гнездо себе сделать. Но, конечно же, это мы его поймали. Будет сюрприз, но если вы хотите его увидеть, сюрприз про Богомола, то тогда, конечно, наберите 100 000 лайков, конечно же, подписок. А если вы хотите крутых видео, то наберите их еще больше. Вы же знаете, какие я крутые видео снимаю. И про лошадок, и про кузнечика, и про все, что угодно. И напишите в комментариях, вы хотите, чтобы про что я вам следующее сняла видео. Я вам обязательно сниму. И теперь Богомол как моя новая заколка. Вам нравится моя новая заколка? Только она живая. Кстати, мы видели еще зеленого Богомола. А вы знали, что еще и бывают серые. Если вы хотите, чтобы я вам поймала и зеленого Богомола, наберите еще больше лайков и подписок. А вот и зеленый Богомол. Ой, он непонятно кто, у него лица нет. И что это кабачочек? Он какой-то другой, правда, ребятки? Он очень классный. А вы хотите, чтобы я сняла какие-то видео про тарантула, про каракуда? Вы этого же хотели бы всегда увидеть на свои глаза реального каракуда или тарантула на видео на моем канале. И обещайте, если я вам сниму видео про каракуда или про тарантула, то тогда вы наберете мне 100 000 лайков и, конечно же, подписок. Смотрите, я еще не нашла и зелененького богомольчика. Посмотрите, это, наверное, папа или мама, а это, наверное, детенок. Смотрите, они как будто друтся. Они на меня залазят. Ой, не думала, что мои волосы такие-то кушевые. Если развернуть мои волосы, то это правда будет. Уже! Не долетай, нет, не смей, даже не смей. Ой, не думаю, что это кушевые. Смотрите, он мне на голове. Боже мой. Вот этот, смотрите. Он внизу хочет вообще мое щекотное место. Ай-яй-яй-яй. Еще интересно, эти два богомола знают кунг-фу? А то вы знаете этот мультик, называется «Панда кунг-фу». Он там мог целого панду поднимать, а вы увидели, какое там панда пузатая. Интересно, он тоже так может? Ну, лучше не проверять. А то знаете, что может. Боже мой. Первый раз у меня один богомол на голове, а второй непонятно где. Видите, я же говорила вам, если вы наберете подписок, то я что-то удивительное сниму. Наверное, кто-то подписался или поставил лайк. Поэтому ко мне пришел и второй богомольчик. А кто еще не успел подписаться, прямо сейчас за 5 секунд должны подписаться. И я буду для вас снимать самые удивительные видео. Боже мой! Ты
Вы вообще видели, кого я нашла? Интересно, он отруенный, нет? Целого полка. А сейчас вы это и узнаете. Интересно, он отруенный или нет? Не хочу его. И не буду. Что вы попробовали? А вообще вы видели, когда-то такого паука? Я первый раз. Он огромный. Он, наверное, кусает. И вы бы как его назвали? Я буду его назвала бы паук кота или паук, даже не знаю как. Ну, выпишите в комментариях, как бы вы его назвали. Ой, вообще, смотрите, какие у него клыки. Наверняка там есть у него яд. Ой, я даже палочкой боюсь. Интересно, он умеет прыгать? Если вы сейчас не подпишите, что он сейчас вам прыгнет в камеру. Чудовищного паука арабатской стрелки. Это первый, которого я нашла. Ну, конечно, не первый. Я еще, когда гуляла в городе, я увидела вот такенного паука. Видела вот такого, и такого, и такого. Да я тут очень много пауков видела. Но этот самый страшный паук, которого я только видела. Они все были черными. Ну, каракут тоже черный, но кусается, он, у него очень сильный яд. Он такой сильный, как у никакого паука. Ну, я думаю, что у этого тоже есть яд, и он тоже отруенный. А вдруг он просто паук? Потому что, как говорится, не важно, как он выглядит, важно, какой он внутри. И еще, если вы не подпишетесь на мой канал и не поставите на все видео лайки и колокольчик, то тогда к вам придет на этот паук ночью, залезет вам на ухо и укусит. А вы же не хотите, чтобы с вами такое случилось? И поэтому лучше не рисковать, подписаться на мой канал и, конечно, поставить лайк и колокольчик. Будет вам звенеть в телефоне. Я вам рекомендую смотреть мои видео каждое, чтобы ни одно видео не пропустить. Вам будет такая смс-ка приходить, что выпустилось мое новое видео. А не знаю, может быть, и название выпадет. Я вам это очень сильно рекомендую. А то вы же хотите
новых уже выпусках. Вдруг я узнаю, чего можно есть. Вот это паука, вот это кузнец, и вот это. Я вообще не знаю. Что это вообще? Мы его тут нашли в пушерях. Я сейчас на арабатской стрелке. Тут очень много живности. Тут и каракуды водятся. Но они прячутся утром в ямке. А ночью они как раз и... Они как раз и водятся. А этот, наверное, прятался в ямке какой-то. А то я его нашла в пушерях. Если будете следить за моими выпусками, то тогда, может быть, я и каракуда найду. А интересно, это кто вообще такой? Какой он породы? А если вы видели таких и знаете, какой он породы или еще чего-то, то тогда напишите в комментариях. А если хотите узнать, что он съедобный, или он... Ну, лучше этого не знать. И какой он породы, вообще как он называется, то тогда наберите кучу лайков и подписок. Желаю вам встретить видео, желаю вам удачи, здоровья и еще всем пока из Азовского моря.